Первые банановые деревья росли в Новой Гвинее, на Филиппинах и в Индонезии. Со временем торговцы привезли эти растения в Индию, Африку, Полинезию. Первые письменные воспоминания об этой ягоде были найдены у буддистов и датируются примерно 600 годами до нашей эры. А когда в 327 году до нашей эры армия Александра Македонского вторглась в Индию, то первое, что они обнаружили – банановые долины. Так западный мир узнал об этих желтых экзотах. Каждые связки измеряют для определения зрелости банана. Плоды формируются группами по 50-150 штук, которые объединяются в кластеры по 10-25 штук. Бананы собирают еще зелеными, а дозревают они по пути к покупателю. Современные бананы, которые на протяжении всего года можно купить на рынке, очень отличаются от своих диких прародителей, в которых было много твердых семян и не очень вкусная мякоть. Бананы в известном нам виде появились примерно в 650 году до нашей эры. В Африке в результате скрещивания двух диких разновидностей так образовались бессемянные и более крупные плоды. Сегодня бананы выращивают, по крайней мере, в 110 странах мира. И они являются одними из наиболее востребованных фруктов. Только американцы ежегодно съедают значительно больше бананов, чем яблок и апельсинов вместе взятых. Бананы получили свое имя, так сказать, с легкой руки арабских торговцев. В те далекие времена в Юго-Восточной Азии банановые плоды были по современным меркам очень маленькими, не больше пальца взрослого человека. Отсюда и странное название «банан», которое в переводе с арабского означает «кончик пальца».